lightly, but she talks about them in the voice of disciples. И в голосе безмолвия Елена Петровна Блаватская говорит обо всех четырех этих путях, о некоторых более подробно, о некоторых менее подробно. Well, let's talk about these ways of developing oneself. Поговорим об этих путях развития. The first one we can say the normal path. Обычный первый из них мы можем его назвать обычный путь. And also we can see that these ways have a relation between the number 777. И также мы можем увидеть, что у этих путей есть связь с числом 777. It's supposed that from the moment we become human beings to the moment we become perfect beings, we have about 777 lives. Предполагается, что от момента, когда мы стали людьми, до